течет река Ведьма, и была мелиорация. Ну, конечно, болота здесь были не маленькие. И модно было в 80-х годах это все осушать. И вот, вот эти все деревья, все кустарники, это все постоянно вырубали, здесь их не было. Но они постоянно, как всем смертям назло, опять появлялись. И вот уже с 90-х годов никто не трогает, не вырубают. И смотрите, как за 20-25 лет, как все выросло. Деревья такие уже стоят, не маленькие. Все-таки природа свое все равно возьмет. Как ее не убивай, а она все равно возрождается. Не знаю, для чего делалось это советское время. Тогда модно было, это вся мелиорация, осушали болото, реки, русла меняли. Но советская идеология непонятная. Творили чудеса. И тут впереди вот такая возвышенность. Пошел туда покопать. Но земля как бетон. То есть выкопать ямку глубиной сантиметров 10 надо приложить столько усилия, что я передумал там ходить по этому полю. Ну, засуха стоит у нас. Дождей не было пару недель. Ну, именно в этих местах. Пару раз ходил вот вдоль этой дороги. И неплохие находки были. И монетки, и ранние советы. И пуговиц много. Орлянки, немецкие пуговицы. А вот в этом месте тоже когда-то было озеро. Озеро искусственное было. Подкачивали постоянно. Когда его копали, ну, примерно где-то в годах 80-х, 70-х, я уже точно и не знаю, и не помню. Но озеро было не маленькое. Песочком было все красиво засыпано. Людей много отдыхало всегда. Особенно в воскресенье здесь было вообще не протиснуться. Приезжали со всего района и соседних районов. Озеро было неплохим. И смотрите, и то же самое за это время позарастало все. В те времена этого не было. Вот там вдалеке этот лес, березник, он был. Березник, потом чуть левее там идет Олешник, смешанный лес. И когда-то, еще в царские времена, это были владения пана Козловского. А время летит как быстро. Кажется, совсем недавно я здесь купался, а после тех времен пролетело уже, сейчас посчитаю, это был где-то 95-й год, ну вот посчитайте, 25 лет. Но то же самое в этих местах. У меня были интересные находки. Много конины. Я так понимаю, если были имения, было имение пана Козловского, то тут его и брички, и лошади, и дорога какая-то была. Ну, конечно, озера не было здесь. Здесь была заболоченность. Но находила здесь и монеты царские. Мелочь, но все равно приятно было. Конины интересные много. Но еще на этом озере много попадалось мне. Ну, много это слово, наверное, так простенькое. Очень много попадалось грузил. Вот эти вот самодельные грузики, которые цеплялись к донкам рыбу ловить, к снастям. Наверное, около сотни здесь нашел их. Ну, а в том лесу впереди, который... Там у меня тоже находки были. Я как-то пару раз туда выезжал. Но в Березник монеты были, конина то же самое. А в Олешнике тоже был, раза два, наверное, тоже монеты попадались. Лопату нашел там, Первой мировой. Вот на этом месте проходила дорога когда-то. Сейчас видите сами, что все позарастало, дороги нет. Дороги нет, но зато есть цветочки. Каких только хочешь. И белые, и синие, и голубые, и желтые. И даже зверобой есть. Буду обратно идти на рву. Главное не забыть. Какие шикарные виды открываются. Да, недаром тут обосновался когда-то в свое время пан Козловский. Он как раз впереди, та возвышенность. Там у него были постройки, парк был, здоровый сад, конюшни. Ну, то есть все его хозяйство. Парк убрали в 90-х еще. Были такие залитые там ступеньки красивые, подвалы. Ну, то есть много чего интересного. Почему брали, не знаю. Может, не хватало им земель. А вот там правее, вот здесь, впереди на возвышенности, тут был здоровый сад. И даже колодец был глубиной, наверное, метров 50. Ну, представляете, чтобы докопаться до воды,
такой возвышенности, сколько надо метров прокопать. Но колодец был. Я еще помню в своем детстве. Ну, колодцы не помню, это люди рассказывали. А я вот помню, эти еще строения оставались. Дом разваленный был, сарай. И карьер здесь еще в советское время был. На этом месте. Хотя бы не трогали, пощадили бы этот парк. И парк убрали. То есть не осталось ничего. Чисто такая вот горка, на которой даже, видите, кукуруза не хочет нормально расти. Ну, а места шикарные. Учитывая то, что впереди река Ведьма, заболоченность была немаленькая. То же самое вот эти деревья были. Ну, наверное, больше их было. Это потом уже в советское время их убрали. Ну, а сейчас они восстановились. Но всегда удивлялся, как красиво цветет осот. Смотрите, какие шикарные цветы. И полынь. Сейчас покажу вам полынь. Кстати, полынь тоже полезное растение. Его заготавливают. Вот полынь. Вот такой запах у нее. Резкий такой. Короче, ребята, идут хорошие сигналы, но копать никак не получается. Земля как асфальт. Сейчас покажу вам. Смотрите. И вроде не глубокий сигнал, а попробуй докопайся. Да, это проблемка. Так что в этом поле, наверное, копать не получится. Тут сюда надо ехать, когда его перепашут осенью. Так что надо подыскивать более другое место. Подошел сюда. Тут был карьер когда-то, и смотрите, что стало. Это им воспользовались, ну, то есть он свое выработал карьер, песок взяли отсюда, и смотрите, заровняли все. Ну, молодцы. Будет такое поле, сейчас можно будет сеять в следующем году, все что угодно. Песок этот засыпали, видите, сверху этот плодородный слой, и вот такой кусок тут. Больше гектара, наверное. Вот так. Ну, сейчас попробую тут походить. Может, что-нибудь и отыщу. Какой-нибудь сигнальчик добудет. Смотрю, только вот визуально нашел проволоку, колючку. Это еще военных времен. Вторая мировая война. Попробую тут погулять все-таки. Прошел по этому полю. Правда, не посередине, а вот так. По краю. Земля тут помягче чуть. Ну, даже не чуть, а нормально помягче. По сравнению с тем полем, где я копал на кукурузе. И у меня был первый сигнал. Не знаю, пока не смотрел, что это. Но... А это пуля Первой мировой. Такая закругленная. Короче, сегодня у нас получается такой не как коп, а более похоже на летнюю прогулку. Погодка замечательная, 28 градусов, чуть-чуть ветерок такой, но это хоть обдувает чуть-чуть. Ну и мухи летают, и всякие пчелы и осы, слышно, как пролетают вдали над ухом. То есть будем считать, что сегодня была летняя прогулка. Год у нас 2020 от Рождества Христова. Кто будет смотреть видео в будущем, передаю вам огромный привет с наших времен. И я думаю, что будут люди, которые с этих мест и вспомнят. Вот видите, как я сегодня вспоминал 25-летней или 30-летней давности, так и где-то в 2050 году. То же самое, не исключено, что человек в этих местах будет копать и вспоминать уже эти времена, которые сейчас. Красота впереди, лес. Ничего хорошего я сегодня не выкопал. Еще сигнал был, черняга,
Погодка классная, сигналов хороших нету. А если есть, то землю невозможно копать. Тут киркой надо грызть ее. Поэтому буду я потихонечку собираться от Седова и направляться домой. Надо было сразу выдвигаться в тот лес. Там хоть находки были бы. Сейчас пойду мимо. Еще... Не, ну поле до конца это дойду еще по кругу так вот. Какие-то сигналы есть. Нарву зверобоя и пошел прямой наводкой на хаузе. Ладно, ребята, пока выключаюсь. Может, еще включусь сегодня. А если не включусь, всем спасибо за просмотр. Такой вот сегодня коп своеобразный получился. Но главное, как говорится, участие. До новых встреч!